зовут Ваня, моя фамилия Петраков, я играю в хоккей. Я встал на лед года 4, наверное. Сначала как бы с табуреткой катался по льду, только учился. И вот уже стою спокойно. Когда вот в углу, например, борьба, трус не полезет туда, потому что он может хорошо получить от соперника. И все. А настоящий мужчина туда полезет. Самый такой обидный проигрыш был, когда мы играли на турнире в Нижнекамске, и мы проиграли Мечелу за 8 секунд до конца матча. Когда мы играли с Русью, например, я 2 гола забил, и мы выиграли 2-0. Тренироваться? Много тренироваться упорно. И все получится.